Из Великобритании перенесемся в столицу Франции. Впервые в истории главный символ страны – Эйфелева башня станет отелем. Создать эксклюзивные интерьеры уникального временного жилища поможет французский дизайнер Бенуа Лиле. Специальные жилые апартаменты на первом этаже появятся в башне в июне на время Евро-2016. Их откроет известная сингапурская компания по онлайн-бронированию жилья. Таким образом, она решила напомнить о себе и порадовать любителей Парижа и футбола. Был запущен специальный конкурс среди жителей США, Азии и Европы. Участникам нужно кратко ответить лишь на один вопрос. Что бы вы сделали, если ночь в Эйфелевой башне оказалась бы вашей? Лучшие ответы озвучат уже 10 июня. Организаторы поделились, что победителей будет четверо, и они станут первыми в истории людьми, которые смогут переночевать в Эйфелевой башне.